الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Любящие друг друга люди, друзья, в судный день друг другу будут врагами, кроме муттакин, кроме богобоязненных. Кроме богобоязненных они в раю будут вместе. Поэтому, как говорится в филь-хадис, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, когда мусульмане верующие зайдут в рай, два брата على الأرائك متكئين, как сказано в Коране, будут на качелях неких таких кататься и друг на друга смотреть. على سرور متقابلين, друг на друга смотреть и будут говорить: я ухай, а ты дри мата غفر الله لنا وادخلنا الجنة. О мой братишка, знаешь, когда Аллах سبحانه нас простил и вел нас в рай, لما كنا في مجلس كذا وكذا ذكرنا الله عز وجل فنظر إليه بنظرة الرضا فغفر لنا وأدخلنا الجنة. Когда мы были с тобой в дунья еще на таком-то мероприятии и вспоминали Аллаха سبحانه وتعالى, да Аллах, чтобы это было из этих мероприятий, Аллах سبحانه وتعالى посмотрел на нас взором довольствия, простил нас и ввел нас в рай. Поэтому дай Аллах سبحانه وتعالى, чтобы Аллах سبحانه посмотрел на нас взором довольствия и ليس بعد رضا الله إلا الجنة. Нету ничего, кроме рая, после удовольствия Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى.